Всем привет, вы на канале Райден. Сегодня будем играть в Билл Баттл. Какая у нас первая тема будет? Вишня, верблюд, обувь, иглу. Ну, не знаю, иглу, мальчик, верблюд. Я не знаю, что, наверное, вишня. Так, ну давайте тогда это очищем. Так, можно, в принципе, какой-нибудь красивый цвет. Будет у нас? Пол. Помню, какой будет. Сделаю тарелку из стекла. Так, быстренько делаем. В то время... О, уже 4 минуты почти осталось. Прям работы. Хорошо, да? Так, он даже миска больше будет, наверное. По мне. Все, доделала. Все, теперь можно делать вишню. Три минуты уже почти осталось, капец. Какая-то плохая вишня, не знаю. Ну, пускай такая будет. Почему бы и нет? Какая-то большая кусочка. Так, потом возьму, наверное. Я не знаю, какой можно взять блок. Сколько там времени? 2 минуты осталось. В принципе, можно взять заборчик. Возможно. Мы, в принципе, сделали вишню. Пол жалко нельзя менять. Так бы я сделал, что-то красивое. Так, у нас вишни нету. А, нету. Ну тогда, в принципе, осталось вот 20 секунд. Я жду. О, выиграет вот это, мне кажется, 100%. О. А пол, вот я не знаю почему. Ну ладно, я уверен, выиграет это. 10%. О, прикольно. Отлично. Это нормально. Ну прям. Так, что это у нас? Ну, в принципе, поставлю нормально. Мне кажется, то выиграет, то, что первый был. Нет, это какая-то загнившая. Нормально, хорошо, нормально. Так уж и быть. О, вот это прикольно. Это... Ну, пускай отлично будет. Хотя, что она позахитит, я не знаю. Ну, тут отлично. Тут плохо будет все. О, прикольно. Отлично, поставлю. Мне кажется, первый выиграет. И 100% будет. А, нет. Мне не нравится. Вишня. Моро. Коктейль даже. Ну, он не так понял. Но я не... Ну, пришлось, потому что это не по теме. Да, я же говорил. Я вот говорил, то, что это будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.